в рамках исполнения исполнительного производства взыскания алиментов судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в ходе ведения розыскного дела установлено имущество должника, формально оформленного на третьих лиц. На праве собственности за должником значился земельный участок с объектом незавершенного строительства. Должник с целью увода заключил со своей приемной дочерью сделку по отчуждению объекта недвижимого имущества. Взыскателю был разъяснен порядок обращения в суд с заявлением о признании договора купли-продажи недействительным. На стадии рассмотрения гражданского дела в Верховном суде Республики Башкортостан и возможное признание сделки недействительной для должника послужило действенной мерой для побуждения его к полному погашению задолженности по алиментам в размере 850 тысяч рублей. Между сторонами исполнительного производства было заключено соглашение, согласно которого должник погашает задолженность по алиментам, а взыскатель, в свою очередь, отказывается от заявленных требований о признании сделки недействительной и отзывает исполнительный документ без дальнейшего его предъявления.